Здравия желаю! Сегодня запускаем более мощный вариант инерциоида. Мотор, движок 15 тысяч оборотов, 300 ватт. Мотор выходной мощности, генератор. Значит, 124 ватта, 3000 оборотов. То есть ему надо 3000 оборотов развить, тогда он дает 124 ватта. Такая схема. Выход, вот выход, сюда, вот выйти. Сюда, сюда. На выход вольтметр, лампочка 102 ватта. Все это проверено. Закрываем, запустим и промерим. То есть сегодня только собрал. Модель новая. До этого было, видели. Там мотор на 50 ватт. Был мощный мотор, он стоит. На шкафу. Там выход большой, конечно, там 500 ватт выход, но недостаток у него, надо возбуждать катушку, это тратится 16 ватт. Так. И второй недостаток, большие шумы, то есть большой треск, шум большой, это так. И третий недостаток, надо батареи мощные покупать, то есть дорого будет, пока не по карману. Система вот эта, до этого показывал, 50 ватт. КПД до 1000 тут доходит. Ну там у меня на роликах там 50 ватт моторчик. Это на 280. Вот, она требует для запитки 2 КБ по 100 ватт на вход и на выход. Чтобы эти АКБ, значит, поочередно менять. Хотя еще надо АКБ для, как говорится, для разбора, то есть на 200 где-то. Ну и это также, эта модель. Это еще пока не знаем вообще, будет ли она работать вообще. То есть пробный запуск. Итак, ставим на реле. 0, 1 секунду. Стоять будет 1 секунду, стоять. 0,1 секунды будет подаваться питание. Для того, чтобы разделить энергию и получить КПД больше единицы. Ну чё. Так. Приготовимся к старту. Так. Твою мать. Провода запутались. Не увяз. Прямой репортаж. Вести, видите, не увязка. Бывает. Итак, включаем. Включаем это. Внимание, старт! Поехали! Итак, старт! Старт неудачный, сгорела изоляция. На этом заканчиваем репортаж. То есть старт неудачный. Значит, надо укреплять. Завтра продолжим. Ну, запах паленой резины идет.
То есть надо укреплять на сварку. Хотя проще муфты доказать, но время опять.